Боже, как я устал. Хорошо. Толенька, Толенька, подъем. Нет, не надо на бочок, Толенька, надо вставать, глазки открывать. Толя, черт побери, хватит дрыхнуть. Николай Павлович. Поздно вчера легли, немножко выпили, я смотрю. Да? Понимаю. Только не спать, не спать. Послушайте, если я вас бужу, значит, это не просто, правда? Реагируйте. Боже, как я устал. Ой, как я устал, Николай Павлович. Что, еще и снотворным балуетесь, да? Спиртное не берет. Что? 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 У меня так смотрите, доктор. И ты от меня скрыл? Что скрыл? Все, это конец. Это уже точно конец. Что за конец, доктор? Что вы там бормочете себе под носом? Откуда это у тебя? Это... Это тебе врач прописал? А в чем, собственно, дело? Значит, врач. Боже, за что, за что? Что за что, что, доктор? Что вы так пугаетесь? Это разве не снотворное? А вот, значит, как тебе объяснили. Кто объяснил? Что, доктор? Ну, хватит темнить. Сейчас же отвечайте, что за дрянь я сожрал. Все правильно, все правильно. Повышенная возбудимость и агрессивность. Золотко, а может, ты просто сбежал, и тебя ищут, а? Не снотворное. Не снотворное. Видишь ли, Толя, от этого, как ты говоришь, снотворного, извини меня, буйные идиоты, да-да, именно буйные, именно идиоты, становятся тихими дебилами в условиях стационарного лечения. Можно я пойду? А, да. Простите, я... Вы мне хотели что-то рассказать. Я? Нет, Толенька, пустяки. Нет, нет, вы меня специально разбудили. Толенька, теперь это не имеет никакого значения. Да, да. Простите. Вы, наверное, решили, что я псих. А я не псих, Николай Павлович, не псих, клянусь вам. Но вы же видите, я... А это мне никакой не врач. Друг достал, без всяких рецептов. По блату. Понимаете, я... Ночами не сплю, мучаюсь, в дорожку. Я даже не попробовал ни одной. Хотите, пересчитайте, здесь все целые, все, абсолютно все. Я не псих. Не верите? Ну, хорошо, хорошо, сумасшедший, сбежал, пожалуйста. Только в дурдоме, если вы в курсе, первым делом паспорт отбирают. Видите, вы в курсе. Да. Но вам-то я его предъявил, забыли? Хотите еще раз? Пожалуйста. Не мог же я паспорт выкрасть. Я не псих. Я не псих. Я сейчас достану. Николай Павлович. А, да. Вот. Хорошо. 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 Паспорт, Николай Павлович. Слушай, ты можешь снова лечь, лечь и заснуть. Доктор, вы мне так и не поверили. Мне нужно, чтоб ты спал. Днем? До обеда, а может быть, до ужина. Я не знаю, как придется. Хорошо, не выйдет спать, лежи. Накрытый. Но скольки не вставать ни на секунду. Кстати, дверь будет заперта, приспичит сходить в туалет. Судно под кроватью. Сходишь, потом вызовешь няню. Кнопка над дверью. Я не быстро, ты все понял? Понял, только... Николай Павлович, что-то стряслось. Стряслось. Что? Ну зачем тебе? Ты приехал отдохнуть. Может быть, слегка полечиться. Только слегка. Только слегка. А, не перебивай меня. Московский. Николай Павлович, а если вдруг... Все, Толя. Меня нет. Не знаю. Откуда я знаю?
А? Ой, ой, господи. Ну, ну-ка. Это же... Так тебе и надо. Это тебе за все. За все. Слушайте, подайте мне руку, я встану. Нет, я ничего не слышу. Я в комнате один, дверь заперта, я нормален. Абсолютно нормален. Молодой человек, если вас просят подать руку, то прежде всего нужно подать руку. А потом уже рассуждать там, кто вы, что с вами. Бабушка. Бабушка, ты. Что значит ты? Мы с вами на брудершафт не пили, между прочим. Ты умерла в Саратове, когда мне был всего год. Ранней весной. Я уже умерла? Мне мама рассказывала, ты же во сне умерла, без мук. Деточка, я ненавижу такие разговоры. Так только святые умирают, во сне, без мук. Пусть хватит о смерти. Вот ты пришла ко мне, и вот ты возьмешь меня с собой. Я так намучился, я так устал ждать, бабушка. Толя, я не бабушка. Да, ты не бабушка, ты святая. Святая Ирина, хотя нет, Ирина — это мирское имя. А там, на небесах, тебе дали... Толя, Толя, дайте мне вашу руку. Бабушка, бабушка Ира, теплая, родная. Прежде всего твердая, Толя, твердая. Вот привидения, галлюцинации, они ведь бесплотные, верно? А вот то, что вы держите в руках, это на сегодняшний день какая-никакая, но все-таки плоть. И в Саратове я никогда в жизни не была. И бабушка я не ваша. И зовут меня не Ирина, а совсем наоборот, Елизавета Евгеньевна. Ну, разобрались? Елизавета Евгеньевна Козицкая. Очень приятно. Не хотите знакомиться? Настроились на небеса. Да мы сейчас вот что сделаем. Мы сейчас с вами ляжем. Только без вещей, Толя. Ну, ничего, можно и так, можно и так. Завернемся в простыночку, как маленькие. Валяйте, дурака, пустите. Вы что, хотите, чтобы меня Николай Павлович повесил? Господи, да плевать я хотела на вашего жулика. Пустите. Нина, пустите. Что здесь жулик? Во-первых, он не мой. И во-вторых, это же я вам койку сдала, я. Не койку, Нина, не койку. Только место. За койку у меня нет денег платить. Не платите вы хоть вообще. Я, главное, вынести вас отсюда уже не могу. А чего вы меня выводить? Что, я собака, что ли? Я сама найду дорогу. Какую дорогу, Елизавета Евгеньевна, какую дорогу? Я вас отсюда вывести уже не могу, из больницы. Влипли мы. Что значит не могу? Почему? Ну, вдруг они там уже давно засели и наблюдают. Кто? У нас же ломные, переломные должны лежать, а у нас? Вы что хотите сказать? Что ваше отделение будут проверять. Ну, а что вы думаете, Николай Павлович, этому вставать запретил, а я с судном? Видите ли, Нина, мне очень жаль, но меня лично никакие ваши проверки не касаются. А о судне со мной вообще не заговаривайте, пустите. Как это не касается? Елизавета Евгеньевна, как это не касается? А как же вы по коридору, когда вы на костылях должны? Ну, не несите костыли. А гипс? Гипс чего, вам прямо сейчас наложить? Елизавета Евгеньевна, миленькая, ну быстрее уже в горшок, наверное. Ни за что, Нина! Елизавета Евгеньевна, это ничего про вас ничего не знает. А вот узнает, так что
Влипла я с вами, Елизавета Евгеньевна. Крупно попал. Чума! Если вы помните, Нина, инициатива исходила не от меня. Вы мне сами предложили сюда. Сама? Сама? Дура! Самостоятельности захотела, обзавидовалась. Шеф-то, между прочим, с этого дела лопатой гребет. Это же курорт. Место золотое. Нина, мне очень нужно в туалет. А мне тогда куда? В тюрьму? Нина, мне уже очень нужно в туалет. Не знаю, Евгения, миленькая, ну, быстрее же горшок, наверное. А ну, кого вы стесняетесь? Ну, этот же дрыхнет. Меня, что ли? Ни за что. Я не знаю, слово, которое вы так легко произносите, для меня оно, в общем, для женщины моего возраста, это старость, Нина. Беспомощность окончательная и бесповоротная. Ну, вот зачем? Зачем вы на жалость бьете? Я ведь зареву сейчас, опустить все равно не пущу. Потому что вы старая, а я молодая и здоровая. Так что даже не рвитесь. Плачу с вашим шефом так издеваться над людьми. Бабуль, ну, ну куда? Снимай халат. А это еще зачем? Снимай, говорю. Тебя проверка в лицо не знает. Все будет в порядке. Мои руки... Руки только не, не надо. Снимай. Вы что, вместо меня? Ну, дошло наконец. О, Господи. Ну, а что такого-то? Жара 30 градусов. Ну что, лучше, чтобы потом воняло? Нет, конечно, хуже. Ой, катастрофа. Скачи, скачи, а то еще не донесешь. Бабушка. Ты еще здесь. Проснулся, Гаврик. Что это? Что-что? Дальше давай спрашивай. Бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Почему у тебя такой большой нос? Красную шапочку. Читал? Красную шапочку. Правда, что ли? Чокнутый? Конечно. Теперь я это точно знаю. Все. Финиш. Ой, только не надо так жалобно, умоляю. Хочешь, я тебя лучше судно подержу, а маешься ведь небось. Бред. А вождение! Ой, мама родная, что ж ты с парнем-то делается, а? Не плачь, не плачь. Все образуется. А где ж тебя так угораздило-то, а? Молодой же ведь еще. Челюсть, я гляжу, крепенькая, волоски густые. Выздоровешь? Вы такая добрая. Кто вы? Нина, я даже не знаю, что еще рассказать. Спасибо вам, Нина. Ой, ну вот что ты на меня так смотришь? Отвернись. Отвернись сейчас же, кому говорю? Почему? Господи, что же у тебя за глазищи такие? Что за глазищи такие жалобные? Ой, ой, ну прям погибаю. Страдалец ты мой. Все! Где эта бабка чертова? Только не подходи ко мне, понял? Вот где сидишь, там и сиди. Двинешь ты? Я тебе горшком башку проломлю, совсем придурком станешь. А смотреть можно? Господи, да куда же тебе еще смотреть-то? Сбесишь ты ведь совсем. И чтоб не думал там ничего такого, не воображал. Жалостливая я просто. С детства. Прям трагедия какая-то. Вы же какого-нибудь убогого вроде тебя. Все, готово. Хоть веревки из меня вей. А у самого-то, небось, жена, дети, да? Нет у меня никого, Нина. Один я. Слушай,
Кончай. Кончай таким тоном со мной разговаривать. Не дави мне на психику. Каким? Нина. Я ж тебе русским языком сказала. Черным по белому. Жалостливая я. Что, непонятно? Ой, только вот совсем дурака из себя не строй. Не надо, не на ту напал. Хорошо, хорошо. Я буду сидеть и молчать. Господи. Вот откуда ты только такой взялся? В отпуск, небось, приехал. Ага, в отпуск. Вот сижу, загораю. Издалека? Ага, из Москвы. Ты? Из Москвы? А кем же ты там в Москве работаешь, а? В артели, небось, веники вяжешь. Почему? Я преподаю в школе. Учитель, что ли? Учитель. Слушай, а как же тебя к детям пускают, а? Не, ну серьезно, а если ты вдруг заговариваться начнешь и вообще? Я ведь только недавно сошел с ума, Нина. Совсем недавно. Только вот на жалость не бей, не доводи меня. Надо же. А вот учителя у меня ни разу не было. Как? Вы нигде не учились? Толя. Так вот ты какой. Толя, хочешь, я тебя поцелую? Я сама. Ты сиди, ничего не делай. Хочешь? Богонький ты мой. Нина. Толя. Толя, обними меня. Нина, а... Ну, миленький мой, ну смелей. Раздень меня. Не бойся, дурачок. Тут замочек. Справишься? Учитель ты мой. Ничего, ничего, ничего. Я тебя тоже кое-чему научу. Нина, если б я мог объяснить словами, как для меня все это важно. Объясняй, объясняй, Толенька, только не до слез, не до слез. Как все быстро, легко, это не сон. Толя, вы изнасиловали нашу няню. Что? Это на вас так замкнутое пространство действует? Когда женщину берут силой, она сопротивляется. Что это, как не изнасилование? Кто там кого брал силой? Кто там сопротивлялся? Вы вообще сидели? Да, да. Ну, я просто наблюдательный человек. Так просто
ни с того ни с сего не прокусывает щеку. Знаете, откровенно говоря, мне даже страшно находиться с вами в одной комнате. Я просто сижу и дрожу. Не бойтесь, вас я не трону. Надеюсь, надеюсь, что я не в вашем вкусе. Бабуль, а вы про страсть когда-нибудь слыхали? Выражение души в объятиях вам что-нибудь говорит? Вас когда-нибудь душили? Вы что, меня подготавливаете, что ли? Предупреждаю, я ведь буду орать. А кричали когда-нибудь от страсти? Молодой человек, это неслыханно. Вы что, не соображаете, с кем вы разговариваете? А в молодости что, тоже не было? Какая пошлость! А у меня было! Сегодня я нисколько этого не стыжусь, потому что это не пошлость, а наоборот, страсть! Да-да, страсть! Плачь, но что такое, Нина? Что слезы женские, вода? Я плакал, я мужчина. От злобы, ревности, мучений и стыда я плакал, да. Теперь пришла пора молиться, Нина. Ты умереть должна через несколько минут, и тайной от людей останется кончина твоя. И нас рассудит только Божий суд. И не надо быть ханжой. Меня вчера тоже посетило очень странное что. Пожалуй, даже самое странное за всю мою жизнь в аптеке. Я стояла в очереди за презервативами. Зачем? Они оказались индийского производства. В этих местах это дефицит. И нас выделили в отдельную очередь, чтобы мы не мешали остальным. Образовался какой-то своеобразный коллектив. Все друг друга знают, кто, куда, зачем. Все объединены какой-то общей целью. Точнее, средством. Вы же за средством стояли. Вы знаете, у меня ведь тоже был период, когда мы женихались с Олегом. Но чтобы я вынула из редикюля и предложила моему Олегу эти, извините за выражение, штучки. Бабушка, когда вы женихались, СПИДа не было. Вы читали про СПИД? Ну, существовал Льюис, существовала гонорея, и еще как существовали. На каждом углу кабинет венеролога, значит, был спрос. Но чтобы я предложила моему Олегу, юноше, который поклялся мне в вечной любви. Я только не понимаю, вот теперь-то вы зачем в очередь встали? Вот об этом я хотела с вами поговорить очень серьезно. Со мной? И именно со мной? Да, именно с вами. Собственно, ради этого я и проделала 1000 километров на этот кошмарный курорт, в этот вертеп разврата. Я только не совсем понимаю, я-то здесь при чем? Если вы меня не откажете, вы окажете мне неоценимую услугу. Только вы мне скажите, в принципе, вы не против? Против чего я не против? Против чего? Минуточку, я только достану. Нет, 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 не доставайте. Это не понадобится. Как не понадобится? Вы же не убийца. Не понадобится. Не понадобится. Идите сюда. Ну идите, идите. Не бойтесь, я вас не укушу. Вот. Возьмите в руки. Вы видите это личико? Милый, правда? Ему еще нет 18 лет. Ну что этот губошлеп может знать о жизни? Ваш супруг? Что вы, Толя? Мой супруг, царство ему небесное, давно уж общается с вашей бабушкой из Саратова. Это мой внучек, Олежек. Бабушка, скажите, это вы для него покупали? Господи, ну не для вас же. А что с вами? Толя, такой человек, что вы сильно перенервничали. Что-нибудь случилось? Нет, нет. Я поняла. Вы с нашей няней без всего.
Лизавета Евгеньевна, давайте не будем про няню, давайте, не будем. Давайте, не давайте про внука. Хорошо. Что хорошо с ним? Коль, понимаете, в чем дело? Олежек здесь уже 3 дня, здесь на курорте. Эти идиоты, родители, отправили его одного без взрослых. Парню еще нет 18 лет. Первый раз в жизни я летела на самолете, это было ужасно. Первый раз в жизни я попала на этот курорт, на этот публичный дом, в эту, извините за выражение, всесоюзную здравницу. За 10 на пол и деньги вперед. Короче, Толя, вы ему их передадите. Кого? Никого, а что? Вот эти вот самые индийские. Толя, но мало того, что ему нужно передать, ему нужно все объяснить. Как, что, куда, зачем, в общем, весь процесс, понимаете? Самое главное, чтобы он ничего не перепутал. Елизавета Евгеньевна, простите, но он ведь совсем молодой. В том-то и дело. Вдруг ему вовсе не понадобятся эти индийские... Может быть, он себе просто никого не найдет для этих дел. Вы думаете? Ну что ж, дай бог, дай бог. Значит, Бог услышал мои молитвы. Зато меня вы в очень интересное положение поставите. А что такое? Как что такое? Вы представляете, подходит к тебе этакой незнакомец, сует в руки пачку и начинает занудно объяснять, а главное, извините, показывать, как, куда, зачем. Я в последнее время очень часто стал слышать, что я идиот. Мне это все надоело. Толя, Толя милый, а спит 17 лет. Ну, Елизавета Евгеньевна. Его эти вот, дружки, это же здоровенные волосатые мужики с гитарами. Нашли каких-то подозрительных девиц. Ваш внук что, тоже успел найти? Не смешите меня, мой внук успел. Он успеет последнее, вляпается первым. Сегодня они должны были пойти в горы. Ну, горы это уже выше моих сил. Щевина хотели с собой взять. Олежек, как только выпьет, он сразу утонет. В горах. Ну хорошо, упадет со скалы. Все это лучше. Елизавета Евгеньевна, голубушка, ну что вы переживаете? Ну правда, ну что вы накручиваете себя? Вы посмотрите, взрослый человек. Ну какой же он взрослый, солидный, самостоятельный. Ничего не буду ему объяснять. Пусть сам до всего доходит. Знаете, в конце концов, рано или поздно случится и... Насколько я помню, вы, кажется, учитель, да? А знаете, я учитель. Только учу я детей. Я знаю, чему вы учите. Вот такие теперь учителя. Им на все плевать. Ребенок на краю гибели, неважно, плевать. Ну так уж на краю, Лизавета Евгеньевна, вы тоже. Я узнаю адрес вашей школы. Я им напишу, как вы тут развлекаетесь. Насилуете нянек. Гнать, гнать поганой метлой, учитель. Пишите. И напишу. Хоть в ЦК, хоть в КГБ. И напишу. Я еще в Ватикан слушаю религиозные пропаганды. И об этом напишу. Валяйте, валяйте. Приехала, понимаешь ли. Презервативы ей подавай. Девицы ей не нравятся. А за ребятами шпионить нравится. Подслушивать, подглядывать, стукачка старая. Ах ты сопляк, а еще да как ты смеешь? Внуку напиши. Ну, Николай Павлович, вот, вот это она и есть. Она все сделает, все, что ей только не скажут. Только не ругайте, а? Ну, приступим. Нина, готовь больного. Побыстрее. Пойди сюда. А кто больной? Я? Ой, давай сейчас за гости, Толя. Темпер, темпер, извини, рубашку смени, брюки. А что вы собираетесь со мной делать? Нина, готовы? Сейчас, сейчас, сейчас увидишь. Чего делать? Да понимаешь, я тебе говорю.
Николай Павлович, а что все это значит? Пусти руки! Пусти руки, не то порву к черту! Николай Павлович, а трусы тоже снимать? При чем здесь трусы? Ты прочла, что у него сломано? Девушка увлеклась, как всегда. А что у меня сломано? У меня ничего не сломано, у меня все цело. Толя, скорее, гипс стынет. Ложись, давай. Какой гипс? Для чего? Да, товарищи. Ты пойдешь ложиться или ты трепаться будешь? Я хотел бы знать. Укушу. Николай Павлович, скажите хотя бы вы. Не накусай. Ты меня за что? Боже, наконец и я увидела настоящую страсть. Сподобилась. Куда ложится Николай Павлович? Маэстро, вот прямо сюда. Мало жестковат, но я вам подушечки подпал. И главное, маэстро, из-за чего такие нервы? Нина, я тебя не вижу. Больно я тебе не сделаю. Вероятно, будет немного чесаться, нужно потерпеть. Попов! Бобка, молчи. Попов, это я вам говорю. Немедленно оставьте в покое этого человека. И верните ему все деньги. Николай Павлович, не обращайте его. Нина, гипс. Надо сказать, занятная у старушки манера. Окликать по фамилии. Из прапорщика. А как же к вам обращаться, к прохвосту такому? Доктор, что ли, много чести. До революции здесь была шикарная гостиница. Золотые червонцы, продажная любовь. Потом штаб революции. Потом штаб контрреволюции. Потом снова революция и все время штаб. Никому даже в голову не приходило просто отдохнуть. Просто в гостинице. В результате все так вымотались, что теперь здесь больница. Еще одна революция, и нужно будет открывать похоронное бюро. Ну, вам это не страшно. Такие, как вы, и спокойненько будут драть. Устал. Я даю людям отдохнуть. Почему же за это нужно преследовать, как волк? Ну, посмотри, мы ничего не забыли. Так, обе ноги? Левая и правая. Стопы. Нет, стопы не надо, а вот бедра есть оба. Хорошо. Копчик. Закрыли. Три ребра левых, одно правое. Сделали. Рука левая, все. Не волнуйтесь, голубчик. Завтра все снимем, помоем. И вообще делов-то. Считайте, что попали на маскарад. Николай Павлович, а с этой-то что будем делать? Я виновата, не отказываюсь. Ну, посоветуйте хоть. Как ее отсюда? По лестнице нельзя, на лифте нельзя, и здесь тоже нельзя. Остается окно. Какое окно? Николай Павлович, это высоко. Но ведь по лестнице нельзя. И на лифте категорически. Потрясающе. Их даже не смущает, что весь этот разговор происходит в присутствии жертвы. Николай Павлович, выручайте. Анатолий, скажите, пожалуйста, я похож на человека, у которого мало своих проблем? Девушка вполне самостоятельно впуталась в историю. Пускай сама и выпутывается, верно? Значит, так со мной? Девушку он нашел. Запомни. Будешь меня топить, я тебя всего сдам с потрохами, как последнего фраера, понял? Нежная вы моя. Я, пожалуй, дам вам один совет. Переводитесь в морг. Подобным клиентам за полцены можно сдавать и стеллажи. И никаких проверок.
Московский. Толя, до завтра. Одна надежда теперь на тебя. Не хочешь со мной разговаривать. Толя, Толя, миленький мой, обиделся? Укусила? Забудь. Ну, ты глаза его видел, Николай Павлович? Белый-белый, до края человека довели, на все пойдет. Как на меня посмотрят, я сама не своя. Скажет Фас, я и гавкать готова. Ну, а хочешь? Хочешь, она вообще в ординаторской переночует? Толя, ну что ты прям как камень? Ой, а дырочку-то ничего. Забыли. Толь, а как же ты теперь без дырочки, а? Нет, ну, судно спрашивается, куда подставлять? Вообще. Подожди, я сейчас. Вот схватился, Ваня, не сковырнешь. Нина. Нина! Придется долбить, Толя. Нина! Ну, потерпи. Потерпи две минуточки. Ты же столько терпел. Сейчас, сейчас, сейчас. Нина! Главное, не промазать. Нина! Отставить! Ой! Ну что ж прям под руку-то? Ты что, с ума сошла? Толя, ну скажи ты ей! Пожалуйста. Пожалуйста, уходи. Ты кому? Тебе, тебе. Уходи, пожалуйста. Зря ты так. Чем кончил его Дон Жуан? Командор превратил его в статую и по делам. Глушите себя алкоголем, вместо того, чтобы навалиться грудью, вышибить дверь. Вы-то сами будете. Конечно, мне только не хватает начать выпивать. Елизавета Евгеньевна, как вы думаете, а мне может быть знамение свыше? А это, знаете, не ко мне, это... Понимаете, я вдруг сейчас понял, что Попов это не просто так. Он мне послан. Этот гипс и то, что нас заперли, и страшный зуд во всем теле. Значит, мало того, что я псих, я трус, трусов надо наказывать. Нет, Толя, вы не трус. Вы просто безумец. Вы так отважно легли под гипс. Ага, идиот. Вы знаете, как от армии. Толя, отмазываются. Берешь, Толя, учебник по психиатрии, заучиваешь, Толя, симптом. Если ни разу не ошибаешься, все, белый билет у тебя в кармане. Ну, я решил, вдруг повезет. Выкручусь. Какой? Какой спрос, придурка? Я репетировал день и ночь. День и ночь, Толя, роняет, ой, сердце ласку. Ой.
похоже. Я шел на четко отработанный диагноз. Таким диагнозом держат неделю, от силы полторы. Меня мурыжили месяц. Рано выписали. Да, но с другим диагнозом. Его я не симулировал. Все равно рано. Толя, что же это все значит? Безумец, как вы говорите. А по-простому псих. Настоящий, не симулянт. Теперь вы понимаете, к чему Попов мне знамение оттуда. Ну, допустим, это Попов. Но в других палатах, что же, тоже он? Этот прохвост, он же бегал по всем палатам. Значит, знамение свыше Апельмина. А, вот оно что. Понимаете, я уже давно не хочу жить. Правда, правда, я так устал, я так намучился. Так бы сразу и сказали. А сейчас закрою глаза и... Нина. Понимаю. И вы сразу захотели с ней жить, да? Толя, я очень устала. Я старенькая, у меня ноги болят. Мне что, сразу сейчас уходить, а? А вот как быть, Лизавета? Я скажу, как быть, я скажу. Вот считайте, что сегодня вам Нину не послали. Завтра обязательно пошлю. Нет, я должен идти. О, смотри, что делает, а? Открылось второе дыхание, дверь вышибает. Когда я ему сказал делать это ради свободы, он даже не чикнулся. Нате уже. Ключ? А ведь это тоже знак. С ним с ума можно сойти. Все у него не просто, все у него знак. Ключ к новой жизни. Я не буду ее будить. Я посижу тихонько, посмотрю. А что вам остается в этих доспехах? Идите уже, рыцарь. Память о прошлом пусть вас не тревожит, ведь разговор был намеренно строг. И вот мы расстались, как двое прохожих на перепутье случайных дорог. Мы ничего не сказали друг другу, мы расставались, как двое чужих. Ты предавалась больному недугу и отреклась от ошибок своих. И... А теперь закусим. Толя, ну что, она не спит? Спит. С Поповым. Да. Уже меняет дело. Ну ничего, Толя, вы не огорчайтесь. Вы так прекрасно все распределили. Кому какой знак, кто куда кого послал. Ну Попов же, он же тоже человек. Он тоже хочет жить. Считайте, что сегодня Нину послали Попову. Завтра непременно пошлет вам. Я вам отвечаю.
скажите слово, Толя! Отстань! Ой, отстань! Слава Богу, живой! Толя, я не отстану! Я не отстану! А вот вы встанете и ляжете! Только я ведь не штангист, чтобы вас тягать, Толя! Ой, Господи! Все сделали! Все сделали! На веревочке повесились. Водочки выпили. Почти всю бутылочку. Нянечку изнасиловали. Теперь можно и на бочок. Ой. Ну, слава Богу. Кажется, я свободна. Скажи, где? Скажи, где я сама? В штанах. Вот. Вот. Все в штанах. Из-за этого и мать с дурью. Говорим. Ой, какие мы прямо обидчивые. А я тебе кто? Жена, да? Женись! Тогда права и качай. Николай Павлович ни за что ни про что напугал. Человек прилег на минутку. Вваливается, понимаешь, чучело. В нас там интересном месте. И еще по коридору гремит. Что, проверка отменяется? Шеф, между прочим, уже 100 раз по своей агентуре звонил. Ждите, говорят. Откуда ждать? Кого? Он трубку кладет, а у него рука трясется. Это у хирурга-то. Ты это своему Мишке можешь понять? Что, не жалко? Не жалко, да? Молчишь. Ну вот. А я такая. Жалостливая. Было тебе сказано? Ну, человек передо мной из кожи вон лезет. Ну что же я буду, сидеть, сложа руки? А зачем сидеть? Ты будешь лежать. Угу. Что ты сказал? Что видел? Правду. Какая же ты дрянь, Толечка. С каких это пор вы стали таким правдолюбцем? Немедленно извинитесь перед девушкой. Бабуль, не суйте сейчас в чужие дела, не надо. Вы же оскорбили женщину. Так женщину или девушку хотелось бы уточнить. Пошляк. Скажите спасибо, что я еще по морде не врезал, когда... Да только попробовал бы. Тебе потом таких понавешали, по стенке бы размазали. С дерьмом бы смешали. Нина, деточка, не волнуйтесь. Я заставлю этого стервеца извиниться. Да не нужен он мне даром. Придурок ваш. И вы вместе с ним. А ключ? Ключ кто у меня спер? Воровка старая. Падла. Деточка, а как я должна была ходить в уборную, когда ты спишь? Ты же жалостливая. Вот кому у меня вообще жалости нет, так это к таким. Получили? Заступница. Ну, знаете что, ребятки, больше...
больше вы от меня ни слова не услышите. Лично я иду спать. Дай закурить. Ну, конечно. Где еще можно покурить среди ночи, как не у меня над головой? Николай Павлович, поспали бы хоть часок, а? С тобой поспишь. Угощайтесь, мастер. Да, и сядьте, сядьте. А то вы напоминаете архитектурную деталь. Как это? Креативу. Отла, а креативу. Стало быть, не спится. Понимаю, но, увы, пока ничем не могу помочь. Эти проверки. К чему такая изощренность, спрашивается? Раньше можно было напоить, сунуть в лапу, желательно в конверте. Что им нужно теперь? Нину? Пожалуйста. Цинизм фантастический. Ну, появитесь же, появитесь. Я не могу больше ждать. У меня тоже есть нервы. Я не могу больше ждать. Кстати, мадам, вы можете перебираться на кровать, я вам разрешаю. У Толи страшные переломы после аварии. Он еще долго не поднимется. А вы, Толина бабушка, специально приехавшая ухаживать за ним, что протянете месяц на полу? Слушайте, Попов, я ведь не этот слюнтяй. Я не желаю участвовать в ваших темных аферах. Завтра же улетаю в Москву. А, по-моему, очень светлая афера. Как придумано, с воображением. Знаете, маэстро, воображение – это моя сила. Впрочем, и слабость одновременно. С детства я мечтал. Наверное, потому что жизнь была скудной и неинтересной. Мама. Мама кормит меня кашей. А я воображаю, что я партизан. Лес. Мы сидим вокруг костра, булькает котелок. А на завтра опять. Достаточно малейшего намека, как моя фантазия дорисовывает остальную картину. Я вам говорил, что здесь когда-то была гостиница. И вы сразу вообразили, что она ваша, да? А что со мной творится, когда я читаю газеты? Природы просто нет, ее нет. Есть какие-то отходы химии, которые текут и делают вид, что они реки. Есть радиация, притворяющаяся воздухом. А люди! Люди, так называемое человечество, стадо. И к чему тогда право, мораль? Чтобы это стадо не разбежалось и всем поголовьем на кладбище? Пардон, я же не баран. Слышали? Последнее сообщение. Что? Летел самолет и вдруг упал. Нет, нет, никто его не сбивал. С мотором все в порядке. Просто взял и упал. Я думаю, просто надоело. Как? Прямо с комиссией? Если бы. А вы жулик, Попов. Вы мелкий жулик. Я уверена, что накануне суда вы сразу побежите жертвовать на детей, фонд культуры, на охрану памятников, и еще я не знаю там на что, а? Повторите, накануне чего? Накануне суда, деточка.
Суда не будет. Ну, как это не будет? Как это не будет? Как вы могли подумать? Это с вашим-то воображением обязательно будет. Никакого суда не будет. Попов, вы меня прямо удивляете. Всех жуликов судят. Никакого суда не будет. Будет? Не будет. Нет, будет. Никакого суда не будет. Будет! Не будет! Гуля, Гуля, не будет! Гуля, Гуля, милый, дорогой Гуля, не слушай, не слушай ты никого. Не будет, не будет. Ну-ка, возьми себя в руки. Когда столько лет, сколько я врачую штрафы, возникает непреодолимое желание хоть однажды их кому-нибудь нанести. Толя, Толя, мне страшно, Толя. Не надо. Папку не трогать, слышишь? Умоляю, защитите меня, я его боюсь, Толя. Я сказал, бабку не трогать. Нина, поехали. Только не рвите. Получите, маэстро. Ой, Господи, он убьет его. Спокойно, бабку не трогайте. Хороший больной, Анатолий. С вами приятно будет работать. Нина, готовь операционную. Побыстрее. Не надо. Не надо преувеличивать. Мальчик будет жить. Но его кости станут точно такими, какими они описаны в истории болезни. Сегодня днем приходил техник проверять рентгеновский аппарат. Значит, гипсу они не верят, хотят просвечивать. Ну что ж, я готов. Придется, правда, немного повозиться, как-никак 8 палат. Зато мы будем ломать под самой мощной анестезией. Вас не удивляет, что я с вами так откровенен? Не удивляет? А ну-ка, отвечайте. Проверка это вы. Проверка это вы, я догадался. Вы! Надо отдать должное, грамотно сработано. Но под конец вы все-таки сплоховали. Нужно было сразу звать ваших людей, а не идти проверять рентген. А теперь поздно, мадам. Через час в моем отделении не останется ни одного целого скелета. Поэтому и не будет никакого суда. Что, собственно, и требовалось доказать. Мерзавец! Сухонькая старческая ладошка. Вот когда Нина держит в объятиях, это по-настоящему больно. Кстати, мадам, часа через 3 после операции ваш внук Толи начнет стонать. Может быть, кричать. Значит, отходит заморозка. Последите, пожалуйста. Вы же ухаживаете при нем. Пожалуйста. Даже живого места не останется. Бабушка. Бабушка, не надо. Я предлагал вам свободу. А русский человек, наверное, найдет 1000 лазеек, чтобы доказать, что вот эта вот самая свобода ему ну ни капельки не нужна. Бабушка. Ничего. Ничего, он мне за все ответит. Бабушка. Я этого так не оставлю. И вас я больше слушаю. Позволить какому-то подонку так издеваться над собой? Кто вы такой? Откуда вы сюда взялись? Бабушка, это всего-навсего кости. Господи! Они срастутся. А этот что? Пусть ходит и торжествует. Нина!
на время. Иду, иду, сейчас иду, секундочку. Побыстрее, будь добра. Николай Павлович, сейчас все будет нормально, иду. Литературы русской, русского языка. Толя, вы же мужчина в конце концов. Господи, что мне делать? Что мне с ним делать? Я вас умоляю, Толя, Толя, ну не надо спать, Толечка, Толя, 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 не надо спать, девочка. Бабуля, бабуля, мы так не договаривались. Лизавета Евгеньевна. Сейчас. Бабка, открой, я не шучу. Сейчас открой, сейчас открой, сейчас открой. Стой! Стой! Ну все, бабуль! Стой!
я тащусь.